друзья, всем привет! Никуда не пропали, что все хорошо, живы, здоровы. Пока еще в Абхазии находимся. Сегодня прохладно, здесь дождик идет. Уже готовимся мы к отъезду. Вот, и будут видео из других мест, куда мы поедем, зачем мы поедем, я сама не знаю. Ну, конечно же, знаю, но вам пока не скажу. Это будет интересно, это будет что-то новенькое. Для меня это железно будет что-то новенькое. Пару слов про обстановку в связи с последними событиями в Турции и Сирии. Ребятки, у нас все тихо, ничего, никаких катаклизмов, землетрясений в Абхазии нету. Оно было, но что это было, я не знаю, было землетрясение или это что-то другое было, но с четверга на пятницу в ночь и с пятницы на субботу были очень... Я даже не знаю, как это назвать. Какие-то вот вибрации, знаете, как будто просто КАМАЗов, танков, масса такая, очень большое количество едет. Вот тряслось, вибрировало, все достаточно, ну, то есть не раз и закончилось, а достаточно такое продолжительное время. Я думала, что гроза это или смерч может какой-то, ну, и ветра не было, то есть слышала это, не я одна это слышала. Вот, ну, две ночи вот такое было. С четверга на пятницу и с пятницы на субботу. Так, с субботы на воскресенье, по-моему, уже было тихо, уже ничего такого не было. Вот. Но тряслось, да, тряслось прилично. А с, получается, с воскресенья на понедельник вот в Турции произошло вот это землетрясение. Сейчас у нас днем, ночью тихо. Ну, конечно, возможно, вот эти вот остаточные, как их, толчки, артишоки, или как называются правильно. Очень жалко всех людей, пострадавших. Конечно же, всем соболезнования. Даже не знаю, что в таких случаях говорить. Вообще не хотела говорить на эту тему, но много в личку вопросов просто приходит, как дела, да что, да как. Вот здесь в Абхазии все тихо, в Сочи, ну и в Сочи, я полагаю, так же, как в Абхазии. Вот. Поэтому и мы никуда не потерялись. Скоро на канале тоже будет видео. Сейчас немножко выгружаю видео на канал Федерика ТВ. Это Федин канал. И на канал Дача. Заходите туда по ссылочкам. Ссылочки в описании канала есть. На все другие мои YouTube каналы. Заходите. И здесь тоже скоро будет очень-очень интересное видео. Поэтому подписывайтесь. Уже будет не из Абхазии. Конечно же, Абхазии я премного благодарна. Столько лет она нас привечала. Много друзей мы здесь нашли. И с многими подружились. И с людьми, и с животными в том числе. Природа здесь великолепная. Конечно, в моей жизни это такое что-то необычное, непривычное. Я всю жизнь прожила в Сибири и последние 3 года выезжала в Абхазию на зиму. Конечно, для меня это зима, когда зелень вот такая на улице, когда дожди, когда цветы цветут зимой, всю зиму. Это для меня, конечно, что-то просто невероятное. Очень многому Абхазия меня научила, очень много я здесь подчеркнула. Во всех смыслах, во многих смыслах, так скажем. Возможно, я сюда еще вернусь. Сейчас уже думала, что нет, но сейчас уже ни в чем нельзя быть уверенным, поэтому, возможно, я сюда еще вернусь. Прощаемся не окончательно, но на сегодняшний день. У нас планы такие, что больше зимовать мы, скорее всего, сюда не поедем. Если и приедем, то уже не на зимовку. Всем, друзья, отличного настроения. Все будет хорошо. Оставайтесь на канале. Всем пока. До новых видео. Увидимся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.
пишите комментарии и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Игорь, мы эту домой провожаем.